Привет, народ, и сегодня у нас на обзоре легендарный Poco X3 Pro от производителя Xiaomi. И давайте начнем, посмотрим с вами этот телефон внешне сначала. Начнем с внешности, как он вообще выглядит, что это такое. Такая у нас передняя сторона. Такая боковая, со сканером отпечатка пальцев. Так вот он сзади выглядит. Ну, сбоку, сверху. Инфракрасный порт есть. Микрофон. Снизу Type-C. 3.5 мини-джек, динамик. Хотел показать, за сколько, извиняюсь, телефон скользит по столу без чехла. Я установил сканер отпечатка пальцев, чтобы вам показать. Так, давайте зайдем в приложение AliExpress. Я вам покажу, за сколько я его купил. Вот. И когда. То есть заказал 1 апреля 2021 года. Получается, как только вышел этот телефон, я его сразу заказал. Вот столько он мне обошелся и пришел бесплатно. Это версия на 6 гигабайтов оперативных, 128 внутренний, глобальная версия. Так вот, в такой вот коробке телефон пришел, точнее. Тут ничего интересного. Обычная документация, вот эта скрепка. Я ее, кстати, куда-то потерял. И идет, ну, как обычно, никому не нужна документация. И плюс еще идет быстрая зарядка на 33 ватта, наверное. И такой чехол силиконовый бесплатный. Я его куда-то тоже потерял, можно сказать. Ну, где-то валяется дома. Так, ну и вот такой вот купил оригинальный чехол. Он уже весь запачкался. Такой классный, приятный на ощупь и очень хорошо защищает от падений. Так вот. Видно, что он падал. Очень много раз падал. И очень хорошо держит падение. Так. Так, давайте пробежимся по плюсам. Так, я вспомнил еще один минус этого телефона. Давайте его обратно засунем в чехол, чтобы он не скользил. И приступим к плюсам и минусам этого телефона и такому быстрому обзору про него. Так, и давайте поговорим о плюсах этого телефона. Вот 1.5 года, получается, я им пользуюсь. У него, ну, плюс первый — это железо, там быстрая какая-то память, UFC, не помню, как там процессор. Snapdragon 860, то есть топовая линейка Snapdragon'ов, ну, 800-е. То есть в таком телефоне бюджетном, сколько он там стоил, $200-$300, 800 Snapdragon Dragon в этом, телефоне, это просто, ну, космос. Ну, конкуренты этого телефона за 10-15 тысяч в то время продавались, ну, просто с такими отсосными процессами. В принципе, поэтому этот телефон и стал легендарным, потому что, ну, за свои деньги по железу он просто, ну, можно сказать, что практически флагман, не считая там некоторых моментов. Ну, с железом, я думаю, все понятно, то, что тут, конечно, пушка, топчик, железо. Не будем на этом сильно заостряться. Дальше, что у нас плюс идет, это экран. Точно не помню, какой я здесь размер экрана. По-моему, 6,6 размер экрана, дюйма. Ну, действительно, экран такой большой, удобный. То есть, ну, ютубчик на нем смотреть, как бы, вообще. Или играть игры, это классно, удобно. Даже не знаю, что такое включить, чтобы меня не забанили. Вот. В принципе, адекватно все, видите, быстро работает. Давайте дальше. Так, экран. У меня тут есть заметка, чтобы я не забыл. Ну, цена мы перечислили, что за 15 тысяч я его купил. И это очень хорошая цена, я считаю, для такого телефона. Дальше железо перечислил, экран перечислил. Дальше батарея здесь на 5100 с чем-то микроампер батарейка. Ну, достаточно большая, вместительная, со всякими там... Ну, айфонами вы поняли, то есть им до него еще далеко, до такой батарейки. И быстрая зарядка 33 ватта, он заряжается на 60%, что-то минут за 30. Ну, плюс... Из-за того, что 1.5 года он такой зарядкой быстро заряжался, у него емкость упала, из-за этого он как-то еще быстрее теперь заряжается, в общем-то. И такой очень классный у него есть еще плюс, то, что вот здесь сканеры отпечатков пальцев. Раньше, помните, вот так вот сзади у телефонов были сканеры отпечатков пальцев, и они были медленные. Сейчас же у него получается... Смотрите, даже нажимать не нужно, и он срабатывает. Смотрите, как он четко срабатывает. То есть я даже не нажимаю, я просто прикладываю палец. И он всегда срабатывает безошибочно и очень быстро.
Ну, это просто, это быстрее, чем Face ID или еще что-нибудь. Кстати, здесь есть разблокировка по лицу, сейчас покажу. Так, вам не видно. Так, давайте еще раз. Так, блокируем. Разблокировался. Так, еще раз. Нажимаю. Разблокировался. Это что-то типа аналог Face ID. Разблокировался. Вот, но я, когда работаю, как вы знаете, отключаю сканер, отключаю Face ID, чтобы просто два раза нажать по экрану, и он сразу разблокировался в приложении, потому что иногда, когда у тебя что-нибудь не получается его разблокировать, то ты не успеваешь, и у тебя пролетает заказ. То есть работать в любом случае с этими блокировками неудобно. Ну, в обычной жизни как бы все окей, отличный сканер, как бы, ну, вот эта штука тоже нормальная. Так, и давайте дальше. Он живучий. Сколько раз он у меня падал, вы не представляете. У меня было здесь стекло наклеено, он падал со стеклом. Оно трескалось, но экран еще целый. И, кстати, смотрите, 1,5 года, он сейчас без стекла, без ничего, без пленки. Это какая-то Gorilla Glass 5 или 4 или 6, не знаю точно, пацаны, какая. Но смотрите, вот реально, я имею в виду, посмотрите про маленькие царапины. Сейчас протру чуть-чуть. Так, еще раз. Ну вот, вы поняли, о чем я даже говорю, не про сколы, не про что, не про трещины, а именно такие маленькие микроцарапины, их тупо нет на экране. Просто 1,5 года телефону, ну, он как новый, я имею в виду. То есть это, я не знаю, это какое-то покрытие защитное очень хорошее. Так, это еще один плюс можно отнести. Да, он живучий. Кстати, я попал под дождь, вообще под лютый. Просто он у меня полностью утонул в воде, можно сказать, что видите, у него остались вот такие вот следы. Он у меня потом что-то, ну, как вам объяснить? В общем, я попал под ливень. Потом пришлось сушить телефон. Тут вот такие еще следы были, но сейчас уже от влаги их уже не очень видно. Но вот это осталось вот такое после дождя. Вот. На самом деле думал, знаете, типа, все, короче, телефону капец, надо новый телефон покупать. А он высох и работает. То есть я думал, там все, знаете, железо, вот эта электроника после такого дождя лютого, ну, умрет телефон. Уже смотрел себе новый, там цены смотрел. Я, конечно, офигел, что сейчас. Ну, даже за 20 тысяч рублей новых телефонах на андроиде очень мало. Так, давайте дальше. Живучий, понятно. Ну, падает, там под дождь попадает, телефон как бы выжил, это супер. Дальше, у него стереодинамик. Вот тут вот я вам хочу сказать, мне очень нравится, как он играет музыку. Я вот так вот делаю, сейчас покажу. У меня вот такой есть VKX. Ну, это типа бум, ВКонтакте музыка, только там без рекламы, без ничего. Ну, бесплатно, типа, я не знаю. Может быть, это не очень, типа, пиратство, но классная программа. Все, он там в кэш загоняет. Ну, типа, вот знаете, кто бум, кто знает, это такое от ВК приложение за деньги там. И тут то же самое, вот. Я слушаю музыку просто вообще отлично, как он играет. Но сейчас опять, если что-нибудь включу, меня YouTube заблокирует. Поэтому я прям слушаю на нем вот так вот, еще громкость максимальную делаю погромче, я прям кайфую. Ну, стереодинамик здесь играет очень хорошо, я вам даже так скажу. Ну, iPhone немного играет по-другому, знаете, как-то iPhone играет более своеобразно, может быть, качество звучания на iPhone как-то может быть повыше, то есть своеобразно. Вот даже возьмите там, не знаю, и там стерео, два динамика и там, но iPhone будет как-то чуть-чуть по-другому. Не скажу, что может быть громче или как-то лучше, круче. Ну да, iPhone как будто бы круче звучит. То есть ты слушаешь iPhone и этот телефон, то тебе как-то на слух iPhone больше нравится. Но этот на самом деле, он и басы играет хорошо, ну, динамиками, и громкость очень хорошая, даже большая громкость, я бы сказал, звучание у него. И именно это не такое, чтобы какой-то, знаете, писк противный, а именно я практически каждый день на нем слушаю музыку, и, ну, вообще мне приятно. То есть если там колонки, там наушники, не каждый раз ты подключишь, и не всегда удобно послушать. А, например, на кухне сидишь, завтракаешь, песню себе включил вообще. То есть тут прямо это тоже супер у него. А динамики можно отнести плюс. Так, ну и в принципе все, наверное, на этом плюсы можно сказать, что закончились. Давайте поговорим про минусы. Ну, первый самый вот главный минус для меня, который я заметил, это вот смотрите, как я показывал. Но вот этот вот корпус, вот этот вот внешний вид, он выглядит дешево. Он выглядит некрасиво. Он выглядит стрёмно. Ну, это мое мнение, я считаю так. То есть для кого-то, знаете, как типа, да, нормально, типа купил телефон и все. Но опять же, если сравнивать, допустим, с айфоном, там металлический корпус, ну какой-то дизайн, там маркетологи и дизайнеры поработали. То есть видно, что телефон как бы красивый, все качественный, дорогой, то есть смотрится прилично, так сказать, солидно. Ну тут понятно, да, что он как бы, вот он сколько стоит, 15 тысяч рублей, скажем, да, он на эти деньги он и выглядит, потому что вот это все по бокам у нас дешевый пластик покрашенный, хотя он, ну, какой-то крепкий, как будто полуметалл. Вот это сзади тоже пластик. Хотя выглядит, ну, неплохо, блестит тогда. Ну ладно. Короче, мне, вот лично мне не нравится вот эта задняя часть, вообще не нравится.
Ну вот спереди, знаете, пацаны, к нему спереди вопросов нет. Ну, экран, кстати, да, еще один плюс экрана, то есть вот такой вот все безрамочный, туда-сюда. Маленькая капелька у нас камеры сверху, динамик, сеточка, которого не особо заметно. Вот тут вот за это плюс, это хорошо, красиво, современно. К нему спереди вопросов нету, но вот сбоку, сзади, это очень стрёмно. Ну, к динамику тоже вопросов нет, к USB Type-C вопросов нет. Молодцы, что Type-C поставили, а не микро-USB с прошлого века. Вот этот мини-джек, на самом деле он... Мне уже не нравится то, что в современных телефонах есть он, но на самом деле у меня колонки дома с этим, с AUX, то есть я могу подключиться к своим колонкам, 6 динамиков и слушать музыку, но это одновременно и плюс, и минус. Минус то, что сюда может вода попасть, плюс то, что можно AUX подрубить, там слушать в машине, колонки дома, ну вы поняли. И давайте следующий минус. Идем по порядку. Тогда дальше идет. Помимо корпуса батарея, у него хорошая быстрая зарядка, но от нее убивается батарея. Это следующий минус. И дальше у нас еще идет минус камера. Вот тут, ну я когда сравнивал iPhone 11, показывал этот телефон, у нас тут 4 камеры, не буду повторяться. Ну фоткает, я не знаю, как вам объяснить. Ну ужасно, средний как-то, как вам объяснить-то? И давайте вот камеру откроем. Я да говорил то, что вот 4 вот этих камеры, они какие-то бесполезные. Про вспышку скажу, ничего не скажу. То есть нормально светит, все ярко, как бы фонарик хороший, как бы на этом телефоне, пацаны, нормальный фонарик. Так, давайте по фоткам. Вот смотрите. Давайте про... Так, что у нас? Чтобы вам видно было, как сделать. Так, секундочку. Поехали. Камера у нас вот так вот выглядит. Ну, раздел камеры. Режим профи, режим видео, режим... Чем мы зависли? Так, режим фото. Так, камеру, возможно, надо протереть. Сейчас протру. Так, портрет. Длинная выдержка, таймлапс, документы, панорама, еще. Тут просто вот вообще, народ, куча каких-то, вот знаете, вот этих штучек, дрючек. Мне вот это не нравится в камере андроида. Какой-то профи режим 48 мегапикселей вручную, чтобы, ну, нужно нажать, чтобы он включил, допустим. Дальше. Короче, тут каким-то программистом, профессионалом нужно быть, чтобы вот эти ISO настроить, вот это вот все. То есть, в принципе, на такой телефон можно сделать хорошую фотку, красивую, да? Но это нужно в натуре заморочиться. Почему нельзя просто зайти в раздел фото, как это сделано на айфоне, и сфоткать, да? И чтобы это было автоматически, и это было красиво. Почему я должен вручную включать HDR? Почему я должен какие-то вот эти вот непонятные штуки нажимать? Что это? Вот эти вот какие-то настройки там. Вот это вот все. Что это вообще такое? Какие-то сетки, макро, что это? Ну вы поняли, да? Вот эти вот куча каких-то миллион непонятных меню. Куда я вообще попал, что это такое? Ну, просто, не знаю, наверное, для меня это вот камера на Android, это вот просто ужас, это реально, это какие-то миллион каких-то меню, вот что это вот все. Вот это вот все. Короче, вообще это ужас. Режим профи, режим 48 мегапикселей. То есть, почему я должен все это, HDR отдельно, все отдельно портретный режим. Это все нужно вручную выбирать, чтобы что-то сфоткать, это вообще ужас. Ой, народ, просто что-то меня бомбануло. Короче, камера это вообще минус этого телефона, я считаю. Ну и в принципе вот так вот мы пробежались по плюсам и минусам этого телефона. Так, сейчас давайте в конце подытожим. Это хороший телефон, вообще рабочий, там, знаете, типа, ну, например, Яндекс.Про, там, чтобы установить. Вот, ну, в соцсетях там, в принципе, можно без проблем тоже в нем сидеть. Все программы работают хорошо. То есть к железу, к работе особо проблем нету. Все нормально работает, но иногда тупит бывает. Так, что у меня с камерой? Алло. Во. Так, минус это, конечно же, да. Минус это то, что у него некрасивый корпус. Вот и все. Так, я игры тут какие-то скачал. Давайте поиграем. Так, еще раз сформулирую мысль. Этот телефон, он работяга. То есть, ну, вы поняли, на нем можно там Яндекс.Про делать все, что хочешь. Давайте начнем с Real Racing 3. Ну, знаете, кто-то... В принципе, его можно считать игровым, потому что он недорогой. 10-15 тысяч ребенку такой телефон, например, можно купить. И он работяга. То есть, если вам не нужен... Если у вас, допустим, как у меня, основной телефон для себя какой-нибудь там, знаете, этот... Ну, iPhone 11, там, 12 или выше, то вот такой телефон второй для работы. Там, ну, какие-нибудь, знаете, там, телеграммы, какие-нибудь штуки сюда поставить, ну, по-рабочему. Или там Яндекс.Про сюда какой-нибудь поставить, там, Delivery Club, почему нет?
Для работы вообще телефон хороший. Пауэрбанк еще докупить, чтобы он, ну, если сел, подзарядить. Вот по звучанию слышите, сейчас стерео будет играть. Я вам не стал, ну, музыку свою включать. Потому что заблокирует. Вот так вот примерно он играет даже. Громко достаточно даже, я бы сказал. Давайте смотрим теперь на картинку. Все помнят, какая картинка была на этом, ну, на айфонах. Сравнивайте с айфонами. Прям Real Racing 3, моя любимая гонка прям на этих, ну, вы поняли, на телефонах. Потому что одно и то же, и ты включаешь на разных телефонах, и, в принципе, можно так быстренько сравнить графон. Так, у меня сейчас один вопрос с яркостью, что у нас. Давайте повышим, сделаем яркость. Так, ну снова я, наверное, никого там не обгоню. И это у нас, в принципе, все. А, ну нет, еще едем. Вон китаец какой-то красный едет. Колян плохо играет, не может китайцы догнать. Ну, в принципе, знаете, вот играется так плавно, ничего не это самое, не фризит, не тупит, не лагает. Телефон, кстати, еще холодный, не нагрелся пока что. Звук приятный, картинка вроде нормальная. Я бы не сказал, что, типа, качество графики хуже, чем на айфоне. Там плюс-минус то же самое. Вы вступаете в крупнейшие гоночные соревнования на планете. Ну, не знаю, машина смотрится красиво, все. Ну, все, Real Racing 3, все как обычно, все детализировано, все супер. Ой, в игры я, конечно, не играю. Так, приходится все заново скачивать. Так, давайте попробуем Call of Duty запустить. Запустится она у нас вообще, нет? Так, давайте точнее, причем, я не знаю, мне на айфоне паузу ставить или нет, пока съемка, пока эта штука запустится. Просто я вот в игры не играю. Это сейчас пока все запустится, это, наверное, куча времени пройдет. Блин, о, не требуется загрузка. Ну, придется, народ, на низких качествах графики играть, потому что не хочу я там... Так, народ, ну, какое-то обучение запустилось на Call of Duty, мне прям это даже не нравится. Я бы просто с людьми побегал. Да, к управлению я, видимо, не привык. Я раньше как-то играл в эту игру, я помню, там прикольно так бегаешь, стреляешь. Блин, неудобно. Почему одной кнопкой стреляешь, получается, и прицеливаешься? Мне как-то кажется, наоборот должно быть, типа ты вот так пальцем прицеливаешься, а другой кнопкой стреляешь. Хотя, может быть, что-то я туплю. Так, во, вот это уже... О, он сам стрельнул, что ли, или что? О, он сам стрельнул. Вот это кайф. Всегда так было. О, я стреляю. Блин, я хотел с настоящими людьми уровень сыграть. Call of Duty, чё ж ты такой долгий со своим обучением? Мне это всё неинтересно, вот эти ваши оружия. Что он от меня хочет? О, сетевая игра, вот все, погнали. Я надеюсь, я с людьми буду играть, а не с ботами. Сейчас Колян покажет вам, как он играет. О, помню эту карту, я на ней играл. Кто на ней играл, ставьте лайк и пишите комменты. Но я надеюсь, это же не боты сейчас будут. Сетевая же все-таки игра. О, у меня оружие какое-то красное. Или оно так освещивается просто. Так, что-то я забыл как снять. Мне кажется, я с такими же ботами играю, как я. Пока что легко. Ну, управление стрельбы какое-то неудобное. То есть он у меня начинает прицеливаться. А вот просто стрелять как... Ой. Не вовремя патроны закончились, уже куча врагов. О, Колян вообще всех завалил почти что.
Я что-то вызвал, что-то вызвал. Так. Да, стреляй, давай. Вот видите, я прицелился, что он не стрелял, там куча врагов было. А. Я, может, куда-то не туда нажимаю. Как стрелять, как его. Так, это менять патроны. Я не могу понять, он сам стреляет, когда нужно стрелять или что? Потому что я прицел наложу, а как дальше стрелять, мне непонятно. Вот враг стоит, стреляй. Ну, мне кажется, это враги, это боты, потому что нормальный чувак бы меня убил. Это я, наверное? Я даже не знаю, какой у меня ник. О, лучший момент, это я. Ну, вы видели, Колян Красавчик. Победа. Ставит вам лайк, ставит вам лайк. Какие-то мужики ставят мне лайки, потому что я с уровнем 1 хорошо играл. А, нет, это значит MVP я первое место. Колян, MVP первое место. Учитесь, народ. О, сразу новый уровень. Вот так-то. Новый предмет какой-то разблокировал. Улучшение для оружия какое-то открыл. Но я это не понимаю, мне это не интересно. Блин, мне это все не интересно, народ. Зачем мне это все? Хорошо, хоть это показывает, куда нужно нажимать. Оружие обновлено. Я понял, что я прицел какой-то поставил себе на оружие новое. Так. Хотел снять обзор телефона, получился какой-то обзор Call of Duty, которую все знают и давно в нее играют. Давайте еще одну, может быть, сыграем сетевую игру. Может быть, все-таки в этот раз попадутся не боты. И потом попробуем сыграть другую игру. Я все-таки не понял, на какую кнопку стрелять. Ну ладно, он, наверное, сам стреляет. Карта какая-то не нравится мне большая. Он враг. О, прикольно то, что он сам стреляет, мне просто прицелиться нужно. Кайф. Кайфули. Так, где враги? Ой, Клян что-то натворил. Меня чуть не убили, я стою, эту хрень хочу вызвать. Ой, куча врагов. Походу они все-таки боты, нормально меня бы давно убили. Ой, они бегут. О. Блин, ну Клян имба какой-то. Все-таки, походу они все-таки боты. Посмотрите, как я их убиваю. Нормальные чуваки меня бы давно убили. Это по-любому боты. Ой, патроны кончились, я одного не убил. Он убегает. Куда-то убежал, я его не догнал. Ой, 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 ой. Ну, пока эта штука летит, меня убьют сейчас. Это что за штука? Дробовик какой-то. Убили со спины.
Народ, пишите в комментариях, как вы думаете, с ботами я играю или с настоящими людьми, я просто понять не могу. Ну, все-таки, скорее всего, что с ботами. Слишком уж легко как-то игра идет. И мы побеждаем. Так, еще пятерых убить надо и все. Так, мы победили, но не знаю, кого настоящих людей или ботов. И снова я MVP. Либо люди, с которыми я играю, не умеют играть, либо это боты. Конечно, все такое красивое сделали. Игрок ставит лайк, лайк. Не знаю, я с ботами я играл или нет, непонятно. Так, ладно, давайте попробуем какую-нибудь следующую игру. Интересно, Need for Speed запустится у нас? Эту игру я уже когда-то играл, поэтому у меня есть прогресс в ней, так как двигать. Она очень долго скачивалась, многие гигабайты еще скачивалась. И это уже какая-то настоящая гонка, типа миссия. Я не помню даже, как... О, вспомнил. Как плюс это звук. Все, я победил. Это было очень легко. Реклама у Коляна на канале. Так. Что, долго эта реклама будет еще? Так, ну ладно, я думаю, вы примерно поняли, как играется в Need for Speed No Limits. World of Tanks на рейсе, запустим, там будет также закачка, скачка. Скачайте 2 гигабайта. Сейчас проверим. Если запустится, то запустится. Если нет, то нет. Что-то он не хочет ник печатать. А, надо по другому языку. Да? И что? Так, в принципе, он нам дает какой-то начальный уровень поиграть на начальном танке. Что-то даже, знаете, как-то скучно мне в это играть. Это, наверное, даже боты, не настоящие люди. Мы просто поедем напрямую на них. Быстренько посмотрим, как это будет. Можно ли в это играть? Не пробил. Я когда учился в школе, я много играл в танки на компьютере. Там задротил. Жизни у меня уже остается немного. Товарищи мои, боты не хотят меня поддерживать. Меня спасет только если у них у всех взорвется боевой клад. О! Всех ботов взорвать с одного выстрела. Боевой клад. Ваншот. Блин, вот эти два танка остались, у них тяжелые. Прикольно будет, если мы еще проиграем им. О! Вот это супер. Ой. Так, что это за фигня включилась? Что происходит? Вы видели, Колян всех просто порешал, как имба. Победа. Ну, Колян просто мастер, вы видели, во всех играх просто всех наказывал. MVP.
Колян Капрал. Ну ладно, не будем больше в танки играть, я думаю, вы все поняли. Так, последняя у нас игра, вот это Рифт. Народ, Рифт у меня не получилось запустить, поиграть. Там какой-то аккаунт, там требуется либо новый создавать, либо старый вспомнить. А я там не помню свой аккаунт, и я удалил эту игру и все игры, потому что я в них не играю. Так что всем спасибо за просмотр. Телефон 1,5-2 года назад вообще топчик был, за свои деньги хороший. И сейчас, если покупать БУ, если сравнивать с дешевыми телефонами за 10 тысяч, то он тоже хороший. Ну, из новых за 20 тысяч сейчас, наверное, можно найти что-то получше. Но так, конечно, это вообще... Xiaomi, когда его выпустили в 2021 году, за свои деньги, со своим железом, процессором, это был топ. И я в этом году ждал, что у них выйдет тоже что-то интересное. Но это Poco X3 Pro, я ждал X4 Pro, что он тоже будет каким-нибудь хорошим, крутым, прорывным. Думал, может себе обновиться, купить новые Poco X4 Pro. Но я посмотрел, там ничего нового, ничего интересного. Короче, хрень полная вышла, и я не покупал новый Xiaomi, новый Poco, потому что старый нормальный, а новый там разница, короче, небольшая. Такие дела. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи.